Друзья, всем привет! Добро пожаловать на Блин Тайм. Я сейчас в парке Флоридсдорф. Тут вообще красота нереальная. Ну, вы сами все видите. Погода вообще шикарная. А вот эта лебединая семья, если вы ее помните, да, уже подросли лебедят. Сегодня мы готовим заливной пирог с фрикадельками по рецепту канала Рецепты Вредины. Катерина, привет! Веселый голос, привет! Он очень вкусный, я его готовила где-то полгода назад, и только сейчас дошли ручки до монтажа. Поехали! Нам понадобится 500 грамм фарша, у меня смешанный. Я его посолила, поперчила. Такая булочка, ну, твердая, да. Отмочу в воде и добавлю в фарш полулуковицы маленькой. И приправы по вашему вкусу. У меня здесь базилик и немного чеснока сушеного. Я добавлю это в фарш. Теперь для теста. Нам понадобится 150 грамм муки, 250 миллилитров сметаны. У меня было 200, я просто воды добавила. 3 яйца, 1/2 чайной ложки соли, 150 грамм сыра. Но у меня здесь где-то 140 грамм сыра. И еще я моцареллу добавлю здесь 100 грамм. Натру на мелкой терке лук. Немножко отожму, так и добавлю в фарш. Добавляем в наш замоченный в воде сжатый мякиш. Можете в молоке делать, но тут мне особо не принципиально, поэтому я в воде отмочила или замочила. В общем, неважно, меня поняли. Я добавлю свои специи и перемешаю. Соль, перец уже там. Фрикадельки обычно хлеб не добавляют, насколько я помню. Но я добавляю, потому что мне так вкуснее. Все, формируем фрикадельки. Друзья, ну для вас кто-нибудь раньше делал фрикадельковое сердце? Это все для вас. Ловите фрикадельку. Ладно, в следующий раз поймаете. И теперь займемся тестом. Вбиваем яйца. Слегка перемешаем. Добавим сметану. Перемешаем. Смешаем муку с солью и разрыхлителем. Можете делать это мизинчиком, можете средним пальцем, можете указательным. В общем, на ваше усмотрение. Можете вообще всей рукой перемешивать. И добавляем. Перемешиваем до однородности. Вот такая вот у меня масса получилась. Вообще форму не выстилают пергаментом, но я это сделаю. Мне так будет надежнее, спокойнее. Выливаем наше тесто. Ну, знаете, что мне кажется? Что у меня немножко форма великовата для этого пирога. Но будем надеяться, что оно там как-то поднимется, правильно? И наши тефтельки. Пирог наш запекается 40 минут при температуре 180 градусов в разогретой духовке. И я сыром посыплю за 10 минут до готовности, потому что я люблю, чтобы он был не твердой корочкой хрустящей. Но если вы любите именно красивую золотистую корочку, хрустящую сырную, тогда вам нужно сейчас сыр натереть и им посыпать все сверху. А я отправляю свой будущий пирог в духовку. Прошло у меня полчаса. У меня с этой стороны всегда как-то там более колируется. Сейчас я сыр посыплю. Моцарелла. Все, и на 10 минут еще в духовку и готово. Пирог полчаса отдыхал после духовки, и сейчас мы его потревожим. Так хорошо прилипло. А, я форму забыла маслом смазать. Он еще горячий прям. У меня в духовке ничего не пролилось, но посмотрите, сколько воды. Так что будьте внимательны. Вот. В идеале еще петрушкой посыпать. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И давайте готовить вместе. Всем пока. Ну, а сейчас его попробуем. Так, возьму где больше фрикаделек. Вообще, тут и сыр, и мясо вообще шикарно. Это гениально, гениально. Я пока вкуснее пирога с мясом вообще не ела. И теперь займемся тестом. Ой, ловите фрикадельку. Ладно, в следующий раз поймаете. Мобилка моя уже поймала ее. Мне так будет надежнее, спокойнее. Ой, надо почаще выпечкой заниматься. Я что, вообще уже разучилась все делать? Я что-то не понимаю. Как вообще называется? Да что это за фигня такая? Ну, в чем проблема? Нет, нет.
я просто я ничего не поняла. Может быть то. Я гений. Крячки. Thank you.